в регионе сегодня резко похолодало в связи с неблагоприятными погодными условиями. В крае действует штормовое предупреждение. На смену мокрому снегу пришел мороз, на дорогах гололедица. Похолодание сопровождается сильным ветром до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25. Региональная МЧС просит водителей быть осторожными на дорогах. Только за сегодняшнее утро в Барнауле произошло 17 аварий, один человек пострадал. Наиболее опасные места – магистрали, дорожные подъемы и спуски. Кстати, с сегодняшнего дня в краевой столице количество патрулей автоинспекции на дорогах увеличат в 2 раза. Водителям необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и увеличения скорости. Особое внимание следует уделить при проезде перекрестков, пешеходных переходах, остановок общественного транспорта и дворовых территорий. Водителям следует по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, а также отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.